Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 апреля 2019 года. У нас акция «День аутистов». Мы поддерживаем эту акцию со своей семьей полностью. И желаем всем всего хорошего. И в этот день пусть объединит нашу нацию, всю Республику Казахстан, за свободный Казахстан, за дружный Казахстан, за демократический Казахстан. Руки прочь от Айгуль Акберды, матери четырех детей. Кира.